В столице Урала завершился семинар синодального информационного отдела для сотрудников епархиальных пресс-служб. В течение трех дней представители Екатеринбургской, Каменской, Курганской, Нижнетагильской, Салихардской, Тобольской, Ханты-Мансийской и Челябинской епархии повышали свою квалификацию работы в современном медиапространстве. В век распространения информационных технологий проповедь христианских ценностей не должна замыкаться в пределах церковной ограды. Верующие люди призваны свидетельствовать о православии другими путями, в том числе и через СМИ. К сожалению, пока уровень православной журналистики, особенно в регионах, невысок. Поэтому сотрудники синодального информационного отдела по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла организовали выездные курсы по повышению квалификации представителей епархиальных информационных структур. Такие семинары уже прошли в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах. В эти дни они состоялись и на Урале. Поле работы у нас очень большое, включено в него очень много различного рода тем. Мы постарались за три дня просто вот по самым основным моментам пройтись, чтобы, с одной стороны, ничего не упустить, и в то же время дать нашим слушателям, нашим коллегам на местах, в епархиях, такую вот комплексную картину целостной информационной работы, какой она должна быть вот в идеальной ситуации. Три дня в Патриаршем подворье Екатеринбурга проходили лекции и практические занятия по вопросам, касающимся продвижения и пиар-деятельности приходов и епархий, а также того, как правильно освещать события, вести деятельность в социальных сетях. Все это проходит в форме игр, то есть это очень интенсивное получение информации, когда люди не просто сидят, слушают, что-то записывают, что-то запоминают, что-то пропускают мимо ушей, но проживают ситуации типичные, с которыми они сталкиваются и в жизни. И очень хорошо учатся, и даже не столько у преподавателей, сколько друг у друга. Безусловно, уровень участников довольно разный. Есть епархии, в которых сотрудники информационно-издательских отделов выполняют большую работу. Есть те, где все только зарождается. Но главное – желание к сотрудничеству. Все готовы работать, все готовы учиться, все задают вопросы, интересуются. Очень большой отклик у представителей, у жителей Урала. Соответственно, мы очень довольны тем, как это все проходит. Важно и то, что знания, полученные во время учебы, могут быть применены практически. Отец Андрей, личный секретарь управляющего недавно образованной Нижнетагильской епархии, по светскому образованию журналист. Сейчас батюшке предстоит создание епархиальной информационной системы. Дело затруднительное. Отец Андрей надеется, что курсы повышения квалификации значительно помогут в этом труде. Не очень. Любопытно было с профессиональной точки зрения проследить за тем, как меняются тенденции в этой отрасли, как меняется лексический инструментарий в конце концов. И потом, как вы заметили, справедливо нам с нуля предстоит работа по формированию каких-то информационно-издательских структур в епархии. Поэтому вот эти курсы оказали просто неоценимую методическую помощь. По окончании семинаров всем слушателям курсов были вручены сертификаты.